Вы скажете, что это ужас, и люди просто загрязняют природу мусором. Но эти потрясающие кадры говорят об обратном. Люди выбрасывают в воду миллионы черных пластиковых шариков в водохранилище Лос-Анджелес. 96 миллионов черных пластиковых шаров для того, чтобы наоборот спасти водохранилище. Ведь оно является источником пресной воды для тысячи граждан. Для дезинфекции хранилища в воду добавляют хлор, и под воздействием солнечных лучей бромиды в хлоре образуют бромады, отравляющее вещество, которое вредит человечеству. Теневые шары на то и темные, чтобы поглощать лучи солнца, чтобы спасти воду от химических соединений путем изоляции миллионами пластиковыми шарами, образуя щит.